Налоговый вычет применяется только по одному земельному участку площадью не более 6 соток, независимо от вида разрешенного использования и категории. Это могут быть садово-огородные участки или участки под индивидуальное жилое строительство и подсобное хозяйство. Граждане, которые имеют в собственности земельный участок размером 6 соток, будут полностью освобождены от земельного налога. За оставшуюся же часть площади налоговый орган рассчитает сумму налога. Если пенсионер имеет несколько участков, то он должен подать до 1 июля 2018 года уведомление в налоговую инспекцию и выбрать, на какой конкретный участок он хочет получить вычет. Если налогоплательщик не предоставит это уведомление в налоговый орган, то расчет налогового вычета произойдет автоматически на тот земельный участок, где будет рассчитана максимальная сумма налога. Если пенсионер владеет только одним участком и по различным вопросам он уже обращался в налоговую инспекцию, то повторно писать заявление не нужно. В базе данных организации данные налогоплательщика сохранены, и сотрудники рассчитают все автоматически. В налоговых органах есть информация обо всех участках, которые находятся в собственности, так как они ведут межведомственный обмен с госреестром. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.